Здравствуйте, меня зовут Медведев Дмитрий Олегович. Я преподаватель ассоциации репетиторов. Работаю я с детьми и со взрослыми. С детьми мы с первых уроков начинаем программировать простые игры. Сейчас для этого есть много несложных и интересных инструментов. И даже дети, начиная с 7 лет, могут начать знакомиться с программированием в простой и игровой форме. Со взрослыми, это студенты и старшие, мы уже ставим конкретную цель. Например, выучить какой-то язык программирования, подготовиться к собеседованиям, научиться создавать сайты, и также я еще обучаю продвижению сайтов в поисковых системах Яндекс и Google. Уроки я провожу в основном онлайн. Офлайн тоже возможно, например, у меня, я живу в Строгино, либо выезжаю в центр Москвы. До встречи на занятиях!